В этом году на выставке «Осень-2016» свои работы представили 26 художников Венспилса. Ранее подобная выставка проходила весной в стенах Венспилсского музея. В этом году заметно увеличилось количество художников, их работ, и было решено провести выставку осенью в Театральном доме Юры Сварты. Открытие выставки сначала было запланировано на весну, но так как планы Театрального дома Юры Сварты изменились, мы были вынуждены перенести выставку на осень. Но мы надеемся, что это дало художникам побольше времени для работы и для создания новых произведений искусства. По словам художницы Лаймдоты Юнкары, на выставке этого года представлены работы живописцев абсолютно разных поколений. Один из авторов, Борис Моисеев, в этом году отметил 70-летний юбилей. А две художницы Ливия Даузе и Синдия Мачтама недавно закончили Латвийскую художественную академию. Авторов можно отличить и по характерному художественному почерку, что делает выставку более интересной. А эти весной, осенью выставки, весной они были все время, пока мы только здесь существуем. А осень мы возобновили в прошлом году. Работы выставки «Осень-2016» отличаются многообразием видов, техник и жанров. Как отметила Ингрида Делза Озолыня, художники, принимающие участие в выставке, продемонстрировали многогранность своего творчества. Поэтому у нас есть модели такие, такая интересная фактура. Есть у нас рельефы, значит, у нас есть скульпторы, и в металле скульптуры есть, и в дереве есть. Несколько, немного, но все же есть, да. У нас есть коллаж, да. И я считаю, даже в живописи у нас разные техники. По мнению Делза Озолы, не каждый посетитель выставки может найти в ней что-то, что будет близко ему, и расшифровать работы по-своему. Важным среди латвийских художников является сотрудничество между городами и обмен выставками. Постановка. Весной мы постановили, что нам надо показать себе городу как можно лучше и для других городов. Например, в сентябре в Липае мы эти работы, не все, может быть, большую часть идем в Липаю, эту экспозицию. А весной, на будущем году весной, в дни музея мы ведем в Алмеру вместе с липайчанами. Да? И там тоже мы показываем обе города. Портовые города, наше море и так далее, и так далее. В этом году выставка «Осень-2016» проходит не только в Театральном доме. Некоторые художники представили свои работы и в Парвенской библиотеке. Пятеро человек, художников, живут в Парвенте. И мы, шутя, говорим, что у нас уже появилась фракция в Парвенте правого берега. Да? И вот эти пять авторов, они выставили свои работы. Тем не менее, они выставили здесь. И там, и здесь. Художники надеются, что проведение подобной выставки осенью станет традицией. Обязательно надо продолжать. Конечно, что значит один раз в год что-то принести? Надо постоянно писать и выставляться. У группы венспилсских художников есть планы и на будущий год. Уже весной состоится выставка натюрмортов. Татьяна Шаховская, Инс Жозенч, Курзамское телевидение.